Привет вам с Баруси Парк, где погода сегодня решена. И вот состав Баруси Мёнхенгладбах. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий. Состав гостевой команды. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Ларс Штинг. Как здорово он мячом распорядился. Не смогли они в этом моменте друг друга понять. Офсайд. Привет вам с Баруси Парк, где погода сегодня решена. И вот состав Баруси Мёнхенгладбах. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий. Состав гостевой команды. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Ларс Штинг. Как здорово он мячом распорядился. Не смогли они в этом моменте друг друга понять. Офсайд. Привет вам с Баруси Парк, где погода сегодня решена. И вот состав Баруси Мёнхенгладбах. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий. Состав гостевой команды. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Ларс Штинг. Как здорово он мячом распорядился. Не смогли они в этом моменте друг друга понять. Офсайд. Привет вам с Баруси Парк, где погода сегодня решена. И вот состав Баруси Мёнхенгладбах. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий. Состав гостевой команды. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Ларс Штинг. Как здорово он мячом распорядился. Не смогли они в этом моменте друг друга понять. Офсайд. Привет вам с Баруси Парк, где погода сегодня решена. И вот состав Баруси Мёнхенгладбах. Похоже, схема 4.